Короче, когда мы чемодан пропикивали, меня остановили, говорят, открывайте чемодан. Открываю чемодан, а у меня в чемодане был маленький вибратор. Они такие, что это такое, бомба? Я говорю, какая бомба? Это вибратор. А они русские не понимают, как бы. Я говорю, это вибратор. Что за вибратор? Что? Я говорю, секс-вибратор. Они такие, почему такой маленький? И такой на себя показывают. Надо же большой, чтобы был. Я говорю, все нормально. Есть вибраторы большие, а есть вибраторы маленькие. Есть литеральные, а есть вагинальные. То есть, ну, это им не объясняло. То есть, я говорю, мне хватает. Они так на меня посмотрели и говорят, тебе нужен большой. Здесь очень много людей. К сожалению, я в очередной раз понимаю, что одной путешествовать не очень приятно. Хочется, чтобы рядом кто-то был, потому что энергетически как-то такое ощущение, ну, чужая страна, все равно оно ощущается. Поэтому сейчас пойду в Duty Free, хочу взять каких-то вкусняшек на подарок моим любимым родственникам. Так что все, скоро домой.